Меня зовут Полина, и сегодня я решила заснять для вас такое видео типа учителей. Итак, поехали! Первый тип – это строгий. Поехали! Здравствуйте, класс! Итак, достаем двойные листочки и пишем контрольную работу по всем прошлым темам. Опять буду считать. Эшкерли, ребят, сегодня я делаю гучелинза, а это значит, что это твои... Эшкерли, ребят! Сегодня я делаю гучелинза, а это значит, что я в тренде! Заново! Эшкерли, ребят! Сегодня я делаю гучелинза, а это значит, что я в тренде! Итак, перед началом этого урока я хочу проверить у вас ДЗ. Это наше задание. Дура, коленки убери! Итак, перед началом я хочу проверить у вас домашнее задание. Кто сделал? А! Ой-ой! Она икает. Так, ну давай поговорим куда-нибудь. Она же мой. Итак, перед началом этого урока я хочу спросить у всех домашнее задание. Все прочитали? Ах, нет! Потом... А вы знаете, что там все так запущено? Угу. Итак... Что это? Это мусор! Куда ты выходишь? Нет! А что? После урока остаются все! Будем убирать! Здравствуйте, ребята! Сидим тихо целый урок. Сейчас я вернусь. Итак, ребята, уже конец урока. Домашнего задания не будет. Все свободны. Йо-хо!